Это ничем иным, как показательной поркой не назовешь, сразу написали в соцсетях. Премьер-министр Мухаммед Калаябылгазиев публично отругал руководителя госкомпромышленности Эмиля Усманбетова за недостатки в работе с недрами. Кто виноват во всем этом? Специалисты и руководители, которые работают с недрами. Поэтому, Эмиль Кубатович, я вам объявляю выговор. Впрочем, отправлять в отставку главу ведомства Абылгазиев не собирается. Премьер решил обойтись увольнением его замов. В правительстве это преподнесли так, будто чиновники ушли добровольно. Заместители главы ведомства, чувствуя свою ответственность, написали заявление с просьбой освободить их от должности по собственному желанию. Мы должны прощаться с работниками, которые свои интересы ставят выше государственных. Разборки в сфере недропользования инициировало явно не правительство, а скорее президент. На недавнем заседании Совбеза именно этот вопрос был главным на повестке. Глава государства дал понять, что это едва ли не самая острая проблема в стране. Необходимо рассмотреть ответственность не только председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования, но и статс-секретаря, заместителей председателя, курирующих вопросы недропользования и руководителя всех управлений и отделов, допустивших ухудшение работы. Политик Кадахан Мадумаров ко всему этому настроен скептично, уверяет, что цели и задачи у окружения Жээнбекова совершенно другие. Очень слабое правительство, которое не по указке действовать, они страшно боятся. При плохой инсценировке сыгранный очень плохой спектакль. Тем самым Жээнбеков хочет показать, что кто хозяин в этом доме. Он раскритиковал и потом только дает возможность снимать его. Делать заместителей главы ведомства стрелочников не совсем этично, считает политик Равшан Жээнбеков. В странах, где одна из ветвей власти не доминирует над остальными, ответственность за все берут первые лица государства, ну или хотя бы руководители ведомств, заявил Жээнбеков. Слабый премьер-министр – это трагедия для страны. Слабый премьер-министр, он выгоден для президента и для его окружения, но никак не для страны и никак для нации. Мы будем со слабыми премьер-министрами всегда проигрывать и в экономическом смысле, и в политическом смысле, и в социальном смысле. Уходить в отставку не хочет и министр внутренних дел. После череды скандалов с участием его подчиненных этого потребовали многие граждане. Но главный милиционер страны к такому шагу не готов. Например, по изнасилованию. Мы поймали этого сотрудника и сообщили вам. И обо всех преступлениях милиционеров говорим открыто. А могли скрыть, и никто бы ничего не узнал. Рахмат сіздерге, емке жол қанға чейін, саламатта болыңыздар. Вот, можно еще вопрос последний? Я не задавала. Извините. Не, вопрос такой. В последнее время поступает очень много критики в ваш адрес. От прямого вопроса, вы готовы уйти в отставку, министр уклонился. Не спешит прощаться с министерским креслом и Космоспик Чолпомбаев, глава ведомства, который год не может приобрести линейный ускоритель для онкологического центра. Зато новенький джип для министра здравоохранения купили почему-то без особых проволочек. Не мучайте ни президента, ни вашего друга-премьера, ни депутатов, ни народ. Уйдите в отставку. Это мой вам дружеский совет. А вот японский коллега Космоспика Сариевича дожидаться увольнения не стал и ушел сам. Речь о губернаторе Токио, который тоже оказался в эпицентре автомобильного скандала. Правда, не такого громкого. Чиновник использовал служебный автомобиль в личных целях, ездил в свой коттедж на юг Токио. Не выдержав позора, губернатор тут же уволился. Коротконеметов, Кубанычбек Мамытов и Хусан Гафиров, телеканал «Апрель».